Утро 6 августа. Вчера днем 5 приехал Антон. И мы с ним очень оперативно построили наш дом. А скажи, Антон, свои впечатления. Ветер. Вообще то, что сейчас происходит, называется очень просто. Сдувает. Мы вчера натянули веревки, которые как бы стропила. Они как бы сейчас и спасают тент от того, чтобы его не сдуло и не разорвало. А вот что надвигается с севера. Судите сами. Может быть, из-за этого ветер. Смотрите, как летят облака. Видимо, и нас сейчас постигнет дождь. У нас появился маленький столик, позычили на берегу только что. А пока поставили вариться картошку. Вот и нас постигла чаша сия. Сейчас наберутся сиси, мы их будем сливать героически. Антон сливает сиси. Я встаю в очень небольшом кусочке, где более-менее хотя бы сухо и не хлещет косыми струями дождь. Потому что дождь под ветром, под наклоном. В результате то, что к западу у нас тент, под ним мокро так же, как будто тента нет. Антон сливает, видите как, героически. Героически слил сисю в свой ботинок. Так бывает. Так бывает. Вот я только взял камеру, и ветер приостановился. Зараза. Мы подмели в лагере. Сделали 4, подчеркиваю, 4. Раз, два, три, 4. 4 мелких лавки. Облагородили бивак. У нас теперь есть вот чего. Опаньки! Антон Жуйков живет вот в такой скромняшке. Одна месточка. Штырь посередине, и палатка готова. А мне даже стыдно признаться, я до сих пор не поставил себе дом. Место освободил! Место даже подмел! На него сосен опять накидано шишек этим долбаным гадским бешеным ветром. И потому моего дома до сих пор еще пока нету. Я сплю в Гансе. А нету по той простой причине, что при установке моего большого дома его просто сдует. Вот так. Я не могу ровно удержать ее, чуете? А сейчас, товарищи, начнем наши игрища с дровами. Сейчас мы порубим, поколем, надеюсь, и сложим. Самая громкая часть работы закончена. Сейчас будем колоть. Наконец-то практически стих ветер. Что происходило днем, ну, вы видели в предыдущих кадрах. Мягко сказать, так это чисто по-человечески, по-русски. Что-то вроде
жопа ветряная. Итак, вечер 6 августа. Обращаю ваше внимание на два огонька. Это две пары фар двух автомобилей, движущихся к нашему лагерю. Это, товарищи, как раньше говорили некоторые иногородние, архаровцы. Мы говорили проще – архангелы. Так вот, это архангелы. Павел Иванович, Александр Андреевич, Титов и Пирожков, а также Миша и Лена Колебакины и Гарик. Идем им навстречу. Да все 29-й-то номера, фу ты, ну ты, лапти гнуты. Ну так кого первого, а? Ну давай, ты вперед, давай сюда. Здорово. С приездом, здорово. Здорово. Ой, ой, ой. А вот неожиданный у нас. Привет, привет, ой, привет, я вас привет. Взаимно, да. С приездом. Да, спасибо. А это кто еще? Гарик, давно приехал? Вот-вот, да ты че? Ну здорово. Здравствуйте. Здорово. Ну подходи, подходи, подходи. Ой, красненький. Похоже, тоже уже принял, да? Нет. Правильно, Лена. Привет. Ты за рулем? А где муж? Мужчина на тормоз, наверное, жмет, да? А мужчина? Здравствуйте, здравствуйте. А где наши волосы? А? Куда дел? А где локоны? Плешку проела. Локоны где? Плешку проела. Плешку? Жена. Зато бороду отпустил, да? А... Рад непременно видеть. Взаимно. Давайте я вам покажу дорогу, где, куда, чтобы вы это свернули. Здесь, сдавайте назад. Сдавайте тихонечко назад. Давайте назад потихонечку. Ну вот и приехали. Еще дайте дальше. Да, можно сюда. Можно сюда, да. Ну, доскакали, доехали. Ну, пошли к костру.